Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Швецию, Sigmar Civilization 6. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому ролику. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала. Ну а спонсоры видят все серии сразу во вкладке «Сообщество». Приятного вам продолжения просмотра. Ну, тут, как всегда, важен алюминий. Будет алюминий, будет все здорово. Алюминия не будет, будет все плохо. Ну, правда, и рынок сразу создает, но мне, по-моему... А, вот тут нету. О, отлично. Перебросим сюда, а строить тут будем амбар. Может, еще священных мест все-таки построить. Тут рядом с чудом было бы хорошо священное место поставить. Ой, да ладно, без всяких соседств поставим священные места. Театралку тоже надо поставить. Несомненно, вот тут давайте. Никаких проходов нет. Смотрите, что за карта. Ой. Танчики, броненосцы. Я тут на район оставляю вот эти места. Почему их не обрабатываю, если кого-то волнует. Кстати, промышленная зона неплохая встанет. Ускорение осадной тактики. Еще руинка. Все-таки... Американцу было куда селиться еще. Не прям так гладко, но все равно. Места были. Арбалетик обстреливает. Это военный лагерь, конечно, это единственное место. Ну, конечно, тут еще Египет может пройти и... На самом деле, опять же, вот тут тоже что-нибудь поставить и все. Закупорить. Флотоводец армаду формирует. Опа. Вот это неприятненько. Броненосец. Так, а где флотоводец появился? Вот он.
Может, каперов поднастроить? Ну, карточку бы желательно, конечно, поставить. Ладно, капер я могу здесь купить просто. Хотя бы. А больно бьется вообще? Ну... Надо встать здесь на рыбу. Пускай атакует. Каролинская пехота. Ну, не знаю. Но вообще построить надо для выхода в Золотой век. 10 ходов тем более осталось. О, артиста по Дану построил. А, я дворец по Талу строю. Нормально. Тогда нормально. Чеченицу я тут не хочу. Ладно, подожду. Посел идет. Как это сюда собирается ставить? Самое главное — алюминий открыть. Будет алюминий, будет все хорошо. И даже военный лагерь, на самом деле, здесь не так важен, как аэродром построить. Так, опять извержение там какое-то было. Да нет, должен выйти, мне кажется, в Золотой век.
Сейчас будем грабить побережье капером. Ну, я выйду в национальную, я поставлю карточки на каперы. Это прикольная штука. О, наконец-то Англия. Да, Англия очень далеко. Руинка. Извините, у француза под носом руинку угнал. Так, где там пророк, блин? Три хода. Как бы православие тут не распродание. 82 хода. Без шансов я тут сейчас накуплю миссионеров, как будет основана религия, и покеда православия. Я очень много веры получил. Хотя, конечно, у Египта явно веры в ход дофига. 73? Давай. Это не дофига. Ладно, ладно, ухожу. Лучник, нет, не будем влазить. Да, инженер хороший будет. Так, аэродром. Два посла. Швеция, может, мне заключим? Я твоих миссионеров опасаюсь. Зачем? Чего ты не тебе сделают? Города обратят. Нет. Я только к ГГшке без спроса обращаю, и все. Если не хочешь, я и трогать тебя не буду. Какое-то бессмысленное, агрессивное, совместное существование у нас получается. Ну, мы ж соседей убили. Ну и что? Я не убил. Он у меня граница с одной, другой, с третьей. Три границы есть. Если у тебя нет границ больше ни с кем, кроме со мной, вообще ништяк. Мне бы такое. Планы все равно строятся. Так, что по науке? 235, 156, 179, 90. Чекин номер. Я откажусь.
Так, есть алюминий? Есть алюминий. Всего лишь, правда, один. Давайте проверим, может, рядом, где еще чего будет. Ну и одного... О, полен. У египтянина. Тут больше нигде не видно. Выманили. Выманил твоего броненосца. Выглянул за моей каравеллой. Я знал, я придумал, какие передвижения оставил специально. Где там еще армада плавает? Так. 7 ходов. Значит, у нас еще улучшение. Ну и чудо, да, выхожу в золотой век, нормально. За первый юнит селитру сколько очков? Одно очко. Там, если ты первый, используешь стратегический ресурс на карте, 2 очка. Если не первый, то 1 очко. Ясненько. Значит, я боюсь, золото не выскочит. За любой стратегический ресурс. Там лошадей, железо, алюминий, нефть. За новую эпоху, да? Да. Четыре очка не хватает. Да, я лучше открою лучшую авиацию и куплю эти самолеты. У меня сейчас будет накапливаться алюминий. И начну он шедет обстреливать. Я, как обычно, ринулся в науку, но в культуру. Это вообще никого нормально. Да, так у меня аэродромы. Вот в Упсале надо аэродром будет строить. А не военный лагерь. Ох, охренеть, разлили. Все нафиг с ним славика. Так, а, ты видел, там надо порда и стали по... для улучшения стали... моего оставить. Пророк, инженер. Ой, сейчас еще и религию. Блин, вот где пророк появился? Вот хрен он появился там, вопрос. Хотя у меня храм и святилище здесь. Всю ромашку снести.
Не знаю, спровоцировать беспорядки немножко. Блин, мне в Шедет надо его пересадить. Чтоб город было видно. Пожалуй, дворец Патала мы не будем достраивать. Надо аэродром срочно строить. Не строю ничего, я хочу это уникальное улучшение шведов сделать в каждом городе. А, кстати. А вот я могу тут Патала закончить. Я думаю, что в комментариях напишут опять. Почему не культурный, надоело постоянно доминации? Я считаю, что надо побеждать той победой, которую ты можешь победить быстрее. Тут явно победа доминации быстрее. Если я захвачу Египет, то я думаю, Англия с Францией сдадутся. Просто. Запретный город, здорово. Не понял. Отлично, сразу две карточки новые появились, как вам? Так, здесь на шпионов поставим. А здесь в экономику рационализм. И, кстати, мне бы после национализма охрану природы надо открыть. Слушайте, а может... Тут появится шпион. Не, надо быстрее. Просто в Абидосе тоже надо бы шпиона иметь, я думаю, но сейчас в Шедет перебросим. Так, религию основываем. Храмы и святилища. Вот, трудовую дисциплину. И церковную собственность. Да. Отлично. Так, покупаем миссионеров. И по своим городам распространяем религию. Я куплю бомбардировщики просто. Египет, ну что, блин, мы союзить.
Два входа. Мало-мало алюминия. Кого повысим? Аквакультура. Хотя... Не, ладно, давайте Магнуса. Еще. Все. Так, что мы тут? Национализм открыли новый, да? Нет, тут ничего не будем менять. Так, вот этого в Абидос. Блин, мне бы на самом деле в кавалерию выйти еще. А что я там открываю? Давайте кавалерию, чтобы я там не открывал. Селитра будет требоваться. Давайте апостолов куплю, усилю. Там, может, подешевле покупать их можно будет. Еще карточку надо поставить на... О, я еще могу чудо где-нибудь ускорить. Колизей, во! Что там? Колизей дает плюс 2 довольства всем городским центрам в радиусе 6 клеток. Я сюда поставлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сюда надо ставить. Так. Это вот перебрасываем в Вашингтон. Не понял. Англия, продолжение. Не буду пока свои эти ставить, потому что я, видите, уже в золотой век выхожу. Поэтому просто отложим. Ну я штуки 3, наверное, бомбардировщиков. А, только 2 пока. У меня и 2 бомбардировщиков, на самом деле, шедет взять выше крыши. Я могу тебе дать в долг какую-то сумму. Сколько там еще шпион? Один ход, как раз. То, что надо. Так, тут мы строим ангар, а покупаем бомбардировщики. Что возьмем? Ближайший город влияет на 25% сильнее. Религия распространяется дальше. Давайте религия распространяется на 30% дальше от городов. Или... Давайте сильнее, ладно. А этого усилим. Возьмем...
Ну, давайте мечеть возьмем. Больше сможем распространять религию. Так. Миссионера берем. Миссионера берем. О, Балтимор иудейским каким-то образом стал. Счастья кучу получил за Колизей. Кстати, странно, что никто не построил Колизей до сих пор. Аэродром. У меня денег дофига. Поэтому я хочу покупать. Ну, вы видели, истребить там 1140. Сейчас нету просто места. Ну, кстати, вот здесь можно и купить. Отправил. Так сможешь? Через 13 ходов возвращаешь, а дальше идет процент. Там прям... Фига ты. Юный ростовщик. Ну, 13 ходов, так это фига. Ну, крутая светочка. Конечно, жалко, что не в следующем. Давайте строитель здесь построю. Не в следующем веке. Венецианочку вполне с большим удовольствием построю. И следующим ходом начинаем обстреливать Египет бомбардировщиками. Он, ну, никак не может успеть защититься. Блин, я тут увидел, что варвары к около Иерусалима появились, а это проблема, потому что у меня в Маскат бегают караваны. А, ну это он хорошо, кстати, подошел. Ну, я все равно сюда пойду. Кстати, странно, что Иерусалим караваны мне не грабит. Ну да ладно. Так, местосодержание юнитов, апгрейд. Да, началось. Летели самолеты. Эти минус 3. Ну, Шедет должен упасть. Может, кстати, инквизицию основать. А он добегает и так до Шедета. Если он тут ничего не поставит, то город захватывается. На автомат все ставлю.
что поленки дают сами по себе? 15% город? Ну, такой себе бонус. Стою, жду следующей эпохи, только тогда я свой этот поставлю уникальное улучшение шведское. Так, я решил... Вообще, наверное, шедет захвачу и тогда тут куплю рабочего, чтобы алюминий этот обработать. Ладно. Хотел тут купить в Упсале, потом решил, что тут как-то долго будет идти. Лучше уже шедет захвачу и тогда сразу захвачу. Так, надо подплывать для захвата. Раз, два, три, да, хватает. Шведов. Иначе тебе. Я открываю алюминий, если у меня алюминия нет, да, наверное, почти. Так, а если у тебя есть, что ты сможешь сделать? Давайте посмотрим ответ мне. Блин, тут у Египта дохрена этого алюминия. Изука, базука. Не знаю, защищаться. Ну, если француз продержится 55 ходов, то еще посмотрим, чья победа. Да нет, нереально. Нет, 55 ходов здесь точно нет. Ну, прям 100% нет. Пока некуда мне его отправлять, этого шпиона. Вот пропустим. Надо культурку как-то, кстати, улучшить. Против анархизма голосую, потому что думаю, что лидера православия я сейчас захвачу. Ну, тут за себя, но тут нафиг надо. А тут вот побольше голосов. Подам. Да, в итоге анархизм можем осуждать. Не расширяется.
против меня. Ну, мне как бы вообще нафиг надо, чтобы она расширялась что-то. Ну, дайте выбрать самолет. Так, золотой век. Реформа денежного обращения. А, эту самолет. Понял, извините. Понял, музей под открытым небом может быть только один в каждом городе. Так, вот теперь у нас будет в плюс накапливаться. А, нет, я еще не обработал, блин. Ну, у меня в следующем ходу, наверное, самолеты тогда будут минус к силе иметь. Давайте в тир посадим. Артист, что там случилось у тебя? Я отжал паузу. Нет, мы голосуем, чтобы тебе помощь оказать. У меня что-то разлив был, который всю ромашку разломал. Отлично, по-моему. Так, надо отступить. Быстро. Такая остался. Бальтазар вылетел? Да, я вылетел. Мне раздолбали столицу, я вылетел. И да, чё? Я вижу, я вижу, что я тоже офлайн. Не могу присоединиться. Да? Ну, так может вы сдадитесь уже, нет? Не хотите? Не, ну я готов проголосовать. Мне-то что там ловить уже нечего точно. Ну и просто Египет я точно забираю. Смотрю, три города египетских уже отваливаются в мою сторону. Там бомберы за два присед сносят все всех хп у города. Потом Кава прибегает из тумана и забирает. Не, артист все. Просто хочет лояльностью все позабирать. Но я думаю, да нет, что... Мало культуры. Просто если бы я вышел бы в рокеров, то мог бы через лояльность отжать через рокеров. А так смысла нет продолжать, в принципе. Алюминия, ну, просто у меня алюминия дофига. Науки у меня будет просто немерено здесь. Вот смотри, у меня 300, у тебя 180, да? Сейчас я переварю города египтянинами, наверное, больше 500 будет. Плюс идут оракул у него, то есть у меня тут великих людей сейчас все это будет. Тут просто...
как мне кажется, без шансов дальше. Ну и защищаться я тоже не смогу, потому что я вот даже ответные истребители на переход ставить. На вас эпоха, ребят. У вас эпоха даже совершенно другая. В общем, игра была хорошая. Спасибо. Дальше не было смысла продолжать, потому что игроки признали победу за мной. Интересно, что в принципе все решилось практически в начале. Вот очень важно было захватить американца. Он та сила, которая мешала мне развиваться. В будущем он бы меня сдерживал. Кстати, обратите внимание, что на карте у него справа были места. Он мог тоже там города ставить. И если бы он просто не проспал увеличение моей армии, хоть что-то построил и отбился бы от меня, я думаю, эта игра для меня сложилась бы очень и очень тяжело. А дальше уже было дело техники, тем более, что от Египта проход в одну клетку, оказывается. Надо было делать упор на науку, раньше выйти в самолеты, чем Египет, и захватить его. И вот это преимущество огромное над всеми остальными уже в дальнейшем просто означало, что не имело смысла играть дальше. Спасибо, что смотрели. Такая опять динамичная ФФА получилась. В дальнейшем следующее я планирую выложить за Рим против иностранцев. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!